Здравствуйте! Сегодня тема нашего занятия – решение задач по теме плавления и кристаллизации. Перед началом вспомним основные формулы, которые будем использовать в решении задач. Q равно лямбда m, Q равно cm дельта t, m равно ρ v, где Q – количество теплоты, М – масса тела, дельта Т – изменение температуры, лямбда – удельная теплота плавления, В – объем, ρ – плотность. Задача номер один. Какое количество теплоты выделится в окружающую среду при кристаллизации 200 грамм свинца? Запишем краткое условие. М равно 200 грамм, что соответствует 0,2 килограмм. Лямбда 25 килоджоль на килограмм, что равно 2,5 умножить на 10 четвертой степени джоль на килограмм. Найти Q. В решении используем формулу Q равно лямбда m. Так как идет процесс кристаллизации, следовательно, внутренняя энергия свинца уменьшается. Поэтому возьмем количество теплоты по модулю. Q равно 2,5 умножить на 10 четвертой степени джоль на килограмм умножим на 0,2 килограмм. Получим 5000 джоулей. Задача решена. Запишем ответ. Q равно 5000 джоулей. Задача номер два. Какое количество теплоты надо передать золоту объемом 60 сантиметров кубических, взятому при температуре плавления, чтобы полностью его расплавить? Запишем краткое условие. В равно 60 сантиметров кубических. Лямбда 6,7 умножить на 10 четвертой степени джоль на килограмм. Ро 1,93 умножить на 10 четвертой степени килограмм на метр кубический. Переведем 60 сантиметров кубических в метры кубические. 60 сантиметров кубических равно 6 умножить на 10 в минус 5 степени метров кубических. Количество теплоты, которое необходимо передать золоту, чтобы его расплавить, найдем по формуле Q равно лямбда m. Так как m неизвестно, рассчитаем его по формуле m равно ρ v. Подставим в расчетную формулу Q равно лямбда ρ v. Подставим численное значение вместо удельной теплоты плавления, плотности и объема. Получим численный ответ. Q равно 77586 джоуль. Запишем ответ задачи. Q равно 77586 джоуль. Такое количество теплоты надо передать золоту, чтобы его полностью расплавить. Задача номер три. В зависимости количества поглощенной теплоты от массы для двух веществ при их плавлении показаны на рисунке. Определите удельную теплоту плавления обоих веществ. Что это за вещества? Сколько теплоты выделится при кристаллизации второго вещества массой 2 кг? Исходя из графика, снимем данные. По графику, используя рисунок по графику номер 1, для массы М1 равная 0,1, снимем показания количества теплоты. Q1 равно 20,1 килоджоуль. В стандартном виде запишем 2,1 умножить на 10 четвертой степени джоуль.
По второму графику для массы М2 равная 0,4 кг, Q2 равно 26,8 кДж, что соответствует 2,68 умножить на 10 в четвертой степени джоуль. Массу второго вещества обозначим как М равно 2 кг. В решении определим удельную теплоту плавления λ1 и λ2, используя данные графиков. λ1 равно Q1 делим на m1. λ2 равно Q2 делим на m2. Подставим численное значение. Получили λ1 равно 2,1 умножить на 10 в пятой степени джоуль на килограмм. λ2 подставим численное значение, получим 6,7 умножить на 10 в четвертой степени джоуль на килограмм. Рассчитаем количество теплоты для второго вещества массой 2 килограмма. Q равно λ2 умножить на m. Подставим численное значение, получим ответ 1,34 умножить на 10 в пятой степени джоуль. Запишем ответ задачи. λ1 соответствует численное значение меди. λ2 соответствует численному значению золота. Количество теплоты Q равно 1,34 умножить на 10 в пятой степени джоуль. Это столько выделится теплоты при кристаллизации второго вещества. Задача номер 4. В воду массой 20 кг вливают олово при температуре плавления 232 градуса Цельсия. В результате теплообмена установилась температура 23 градуса Цельсия. Найдите массу олова. Начальная температура воды 20 градусов Цельсия. Запишем краткое условие. М1 равно 20 кг. Это масса воды. Лямбда равно 6,3 умножить на 10 в четвертой степени джоуль на килограмм. Это удельная теплота плавления олова. Т равно 23 градуса Цельсия. Это температура смеси. Т1 – начальная температура воды, 20 градусов Цельсия. Т плавления – 232 градуса Цельсия. Температура плавления олова. С1 равно 4,2 умножить на 10 в третьей степени джоуль на килограмм градус Цельсия. Это удельная теплоемкость воды. С2 – 2,5 умножить на 10 во второй степени джоуль на килограмм градус Цельсия. Удельная теплоемкость олова. Массу олова обозначим М2, которую необходимо найти. В решении количество теплоты Q1 рассчитаем по формуле C1 умножить на M1 умножить на T-T1. Это количество теплоты, необходимое для нагревания воды до температуры 23 градуса Цельсия. Q2 равно λm2. Это количество теплоты, которое выделится при кристаллизации олова. Q3 равно C2 умножим на M2 умножим на T-T плавление. Q3 – это количество теплоты, которое выделится при охлаждении олова от температуры плавления до температуры 23 градуса. Составим уравнение теплового баланса. Q1 равно Q2 плюс Q3. Заменим в уравнении теплового баланса каждое слагаемое на их выражение. Получим
выражение c1 умножить на m1 умножить на t минус t1 равно лямбда m2 плюс c2 m2 умножить на t минус t плавления. Из этого выражения выразим m2. m2 равно c1 m1 t минус t1 разделить на лямбда плюс c2 t минус t плавления. Подставим численное значение в итоговую формулу. Получим ответ m2 равно 2,24 кг. Ответ задачи m2 равно 2,24 кг. Более подробно с данным материалом вы можете познакомиться, прочитав параграф 9 из учебного пособия 8 и решив задачу номер 5 из упражнения 7.